видно. Но так как у нас сейчас нету кровати, я не могу написать команду Toggle Down Fall, поэтому нам придется побегать именно таким вот образом. Так, это он кто такой? Фрост. Ну-ка, давайте убьем. Иди сюда, Фрост. Хи-хи-хи. О, господи! Ой, да ну нафиг! О, господи, о, господи, о, господи! А-ха-ха! Я в этом буране, во-первых, ничего не вижу. Во-вторых, здесь какие-то стреляющиеся штуковины с 80 хп. Это что, Divine RPG такой хардкорный? А, 80 хп, это же столько же, сколько у Ивандра Дракона. А, надеюсь, больше не будет. Так, надо успокоиться, надо переждать все это дело. Смотрите, у Персика все-таки осталась одна сытость. И вроде как он не умирает. Так что все хорошо. Думаю, он сейчас будет бежать за мной дальше, 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 дальше. Каменный кирковбой. Ты сможешь прокопать мне какую-нибудь шахту, я надеюсь. А... О, господи Иисусе, это же алмазы! Алмазики! Нужно железо. Господи, у меня даже железа-то нету. Стоп. Вы видели, как я его чуть не ударил? О, господи. Персик, Персик, ты представляешь? О, мы нашли алмазы. Первым делом засунуть сюда уголь, потому что, как-никак, сила это все время рулит. И смотри. Камень. Здесь получился камень. А нет, все, я уже здесь все разместил до 100%. И нам нужно что-то еще, может быть, железные слитки? О, блин, народ, вот честное слово, мы не готовились ко всему этому, то есть мы не смотрели изучение, правда же? Да, мы, ну, вообще не смотрели, сейчас с первого раза так получилось. Да, мы просто решили посмотреть Таумономикон. Дорогие друзья, с вами Алошка, и сегодня продолжаем играть в игру Майнкрафт на RC1.4.7 с офигительными модами. А смотрите на том, как мы фрусы часть...